ребята! И прямо сегодня последний выживший получит любой скин из Nameless коллекции. Я не шучу! В этом, брат, если ты ждал это нереально крутое видео, прямо в эту секунду прожми огромнейший лайк, подпишись на мой канал и напиши любой хороший комментарий. И я тебе дам, братик, на халяву голдпасик с уровнями. И чем больше комментариев, то тем больше шанс получить халявный голдпасик. Ну а победитель прошлого конкурса прямо сейчас у вас на экране. Ну что же, надеюсь, вы готовы. Ребята, вы готовы к этим испытаниям? Да. А знаете, в чем прикол? То, что нас 11. А для этого видео надо 10. Поэтому, ребята, прямо сейчас вы должны сами решить, кого же мы выгоним из нас 11 человек, чтобы нас осталось 10. Выбирайте одного человека, которого мы выгоняем. Кто это будет? Кто это будет? Это будет первое испытание. Михаил. Вы хотите выгнать Михаила? Михаила. Да за что, ребята? Вы реально хотите выгнать Михаила? Михаил, брат, сюда! Я не знаю почему, но почему-то тебя все захотели выгнать. Ты будешь слишком токсичный, брат. Что ты скажешь в оправдание? Последнее слово. Замаслят. Михаил! Я сейчас заплачу! Михаил! Итого, ребята, у нас есть ровно 10 участников. Прямо сейчас вы можете написать, за кого будете болеть вы. Лично я буду болеть за Виолетту. Виолетта, поздоровайся. Привет, привет. А давайте-ка мы прямо сейчас познакомимся с участниками. Меня зовут Давид, я разорву их на раз-два, пощелкаю как семечки. Какой скин из коллекции ты выберешь? АВМТХ. Понял, брат. Да мне нечего сказать, просто глеб. Короче, меня зовут Шамиль, я здесь хочу как бы из Nameless коллекции выбираю АВМВ2. Хорош, братак, Лаврентий, братик, ну рассказывай. Меня зовут Лаврентий, я уверен в своей победе, я всех взорву. Лаврентий! Как бы по имени понятно, что я серьезный человечек, да? Я каждый пиксель в этой игре чувствую. Конечно, выберу Керамбити Голд. Видишь, как он. Хорош, брат. Ну я, короче, Владислав Сергеевич, участвую в вашем ролике. Надеюсь, что я выиграю. Мне нужен. Брат, ну, у тебя и так нормальный нож. Слышишь, ты не нагли. Виолетточка, Виолетта, единственная девушка, братва! Пару слов о себе. Эй, ты куда сразу на колени садишься? Виолетта, пару слов о себе. Меня зовут Виолетта. Ну, я уверена, что я выиграю, поэтому все. Ну, какой скин из коллекции ты хочешь? Генезис, да. USP Genesis, нормально, слушай, вот тут самое скромное. Вот так, берите пример с Виолетты, вы на хлебнике. Пару слов о себе. Добрый день, меня зовут Иван. Я не гриб, а Давид гриб. Все. Понял, брат, ну по факту. Ну давай, пару слов потомкам. Здорово, меня зовут Кирилл, и я победю. И я гопник. Братик, ну рассказывай о себе что-то. Всем здорово, могу сказать так, я не пенч, тик-так пенч. Брат, ты еще с туалета записываешься? Просто микрофон такой. Какой скин с ним из коллекции выберешь? Ёршик. Наверное, релик. Релик? Вот я понимаю, скромный, ребят. Ну чё, ребята, вы готовы к первому испытанию? Нет. Да. Караганда. Первое испытание, ребята, будет испытание на скорость. В чем же суть? Ваша задача будет как можно быстрее добежать. Ладно, ребята, если сейчас вы знали, у судьи руки тряслись, поэтому линия немножко неровная. Так, все линию видят тут? Я говорю, 1, 2, 3, и вы все начинаете бежать. И как только вы начинаете бежать, и последний, кто пересекает линию, тот выбывает с этого испытания. Вам все понятно, СПД? Хлебушек, хлебушек, тебе все понятно, Глеб? Да! И что ты понял? Ну, надо быстрее добежать. 1, 2, 3, погнали! Лаврентий, Лаврентий, братан, что произошло? Немного подлагал. Ну что, ребята, и в этом испытании у нас бывает самый слабый среди нас, это Лаврентий. Лаврентий, брат, что произошло не так? Расскажи. Ну вот смотри, Кент, рассказывай. Произошел мухляж, ты сказал 2, и они сразу побежали. Ты даже 3 не сказал. Дядь, так я даже сказал 3, ты потом еще стал секунды 2. Не-не-не-не-нет. Ты сказал 2, они побежали. Монтажер, требую повтор. 3, погнали! Ну по факту, реально. Вот
По факту, к сожалению, мы посмотрели повтор, и, к сожалению, Лаврентий, брат. А ты так хотел получить Керамбит Голд, да? Конечно. Но, к сожалению, Лаврентий, ничего страшного, брат. Подписывайся на мой телеграмчик, получишь в следующий раз, брат. А я давно подписан. Ну, ребята, понимаете, что Nameless коллекция — это вам не хухры-мухры. Где же я беру голдишку? Конечно же, на булдропчике. Что такое булдропчик? Булдроп — это топовый дроп. Тем более, там вот прям недавно вышло очень топовое обновление, там добавили обменник. Что такое обменник? Ты открываешь кассе, ты получаешь скрижали. Эти скрижали ты можешь поменять на какой-то дроп, и это все совершенно бесплатно. Плюс там есть булпасик, ты просто каждый день заходишь, получаешь топовый дроп. И помимо всего этого, я с булдропчиком требую вам подарок. Вот прям сейчас, смотри, брат, секретный промик. Ты уводишь и получаешь халявный кассе. Я считаю, это очень круто. Ну что же, ребята, а мы идем дальше. Все нужны ссылки снизу. Ну что же, ребята, а следующее испытание будет паркур. Ваша задача пропаркурить вот отсюда вам и на вот этот ящик. Да я говорю, ничего сложного нету, мужики. Да ё-моё! Ну короче, ребят, и надо запрыгнуть. Клим, скажи, посыпай последние слова перед тем, как ты упадешь. Я брат, алло, ты же в туалете сидишь, не слышно. Громче, как мужик, скажи. Я паркурист со стажем. Давай, Клим, мужик, погнал, братик. Давай, давай, опа. Вау! Еле запрыгнул этот ящик. Климушек. Все, у кого не уходит, становится туда, вот в этот угол. Дальше, Кирюха. Давай, брат. Алло. Конечно, выйдет. Брат, это твой голос был? Да. Брат, а сколько тебе лет? А что ты завис? Брат, 14. Слушай, брат, нормально у тебя попочка. Ой, ха. Не, ну мне кажется, Кирилл в жизни не допрыгнет. Отвечай вам. Опа. Вау! Кирюха, сюда. Все, кто выходит сюда, 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 сюда. Ну что, Глебыш, брат, готов? Да. Are you ready? Yeah. Do you speak English? No. What do you think about this situation? You must jump on this... Блин, как будто коробка по-английски, кто знает. On this box. Да, ой, нормально, Глебушек! Вау! Глебушек, сюда! Давид, брат. Здорово, Пеппа, я готов. Ты... Я не упаду, потому что я... Не упадешь, я... Давай туда! Владик, давай, Владичек, погнал, ой! Не, да. Владичка выйдет, вот это мужик то, что нам. О! О! Хорош, брат, уверен, уверен, давай туда. А, иди сюда, да, брат, перепутал. Шамиль, брат, давай, брат! Самаху, ага! Дядь, ты упал, обалдеть, ну ты красавчик, так, дядь. Нет, сюда. Я залез. Ну ладно, брат, давай, Ванечка, давай, Ванечка. Ваня! Бля, он еле на первый ящик сидит. Да не, ну это было еще, Ваня, туда, туда, туда. Русланчик, ну, брат, ну что да. Ты можешь сказать? Ну я, конечно, тяжелый. Руслан, сколько ты весишь, брат, сколько тебе лет вообще? Пошел, у тебя такой бариточек взрослый. Мне 17, вешу 75. Нормально, то есть сплюхи Виолетта бы улетела, да? Ой, хорош, ты спиной запрыгнул, хана ты жесткий. Братан, лучший. Ну что, Виолетта. Это вы такие джентльмены? Девушка последняя прыгает. Вам не стыдно? Мне очень стыдно. Это вы лучше всех. Ну что, я был почти первым. Потому что я тоже девушка. Виолетточка, ну что, я тебе желаю удачи. Как думаешь, выйдет у тебя запрыгнуть? Нет. Давай, Виолетта, мы в тебя верим. Давай, погнал, покажи. Ну, Виолетта, ну я говорю сразу, у нас все сражаются на равных. И пацаны, и девочки. Виолетта, запрыгивай. Ой-ой-ой! Так, стой, мужики! Кто-то из вас готов пожертвовать своим скином из Nameless коллекции ради Виолетты и стать туда? Кто готов, подойди сюда, к Виолетте. Я Настя. Ладно, Виолетт, никто не готов, остановись. А, Влад! Влад вышел! Куда Влад вышел? Опа! Один исчез! Один исчез! Виолетта, назад! Все, вместо тебя Влад решил пожертвовать. Нет, а стоп, а Влад зайдет обратно или нет? Подождите. Да, зайду, зайду. А, ладно, Виолетта, у Виолетты сорян. Мужики! И Виолетт, смотри, вам прямо сейчас надо выбрать из вас того человека, который вы кикните. Кто это будет? Я голосую за Каима. Он Клима? Из туалета, так, чтобы выходил из туалета. Так, голосуй. Клим! Ваня тоже голосует за Клима. Если Виолетта скажет тоже Клим, то все, ему габелло. Виолетта, реши. Я не хочу никому больно сделать. Какая Виолетта добрая! Ты никого не хочешь, но кинешь все равно Клима, да? Да. Климышек, брат. Брат, последнее слово скажи внукам. Тик-так, пенч. Последнее слово, тик-так, пенч. Фух, брат, я тебя еле услышал. Брат, давай, ты тоже пенч. Брат, надо выходить. Климышек, выходи. Ваша задача прямо сейчас запрятаться. И кого я найду первого, тот выбывает. Вот так вот все. У вас есть ровно 34 секунды. Уже 32, уже 31, уже 30. Ой, кто-то возле меня прячется. Кто-то в апартах. Ой, ребятки, не надо прятаться возле меня. Я же вас найду. Я же вас найду. 3, 2, 1. Кто не спрятался, я не...
пожалуйста, не вредите, что-то тут есть. О, тут никого нет, вы догадались. Так, пожалуйста, я надеюсь, никто же на плунтуа не запрятался. Надеюсь, все умные ребята, да? Так, тут никого. О, ребят, кого я найду первого? Давай кому-то не поздравиться. Давай кому-то не поздравиться. А я бегу. Ой, ребят, ща кого замочу, тот выходит. Ой, вам ща будет не... Блин, Вели, это, ну ты же... Ладно, Вели, это, даю течение. Все, 10 секунд запрятаться. 10 секунд даю запрятаться, просто. Ну, Вели, ну я говорю сразу, ну, у нас все сражаются на равных. И пацаны и девочки. Это только потому, что я люблю девушек, тебе повезло. Все, давайте. Все! Кто не спрятался, я не виноват. Не, ну вы на приколе. Кирилл. Кирюшечка, братик. Ну что пошло не так, расскажи мне. Наверное, я плохо спрятался. Брат, ты очень плохо спрятался. Кирюх, ну передай привет маме и будем с тобой прощаться. Привет, мама. Кирилл! Ну а следующее испытание будет очень интересным. Ребята, вы все видите это граффити? Вам надо будет водить хоровод вокруг этого граффити, не наступая на него. И по моей команде, как только я скажу, вам всем надо оказаться или в воздухе, или на этом граффити. То есть вы можете залезать друг на друга. Вы можете делать все, что вы захотите. Самое главное, вам надо быть на граффити. Кто будет не на граффити, тот, к сожалению, проваливает это испытание. Ребята, надо водить хороводы. Все, на счет 3 начинаю водить хоровод. Раз, два, три. Не наступаем, не наступаем, отошли. Не наступаем, ребят, кто наступает, вылетает с испытания, говорю сразу. Вылетает с испытания, говорю сразу, не наступаем. Кто наступает, вылетает. Шагаем, шагаем, шагаем. И на счет 3, когда я скажу, вам всем надо быть на этом граффити. 1, шагаем, 2, 3, 3, 3. Кто не на граффити вылетает, кто не на граффити вылетает. Ну, так, все, давайте, я надаю 3 секунды. Раз, два, три. Ха-ха-ха-ха. Ладно, начинаем водить хоровод дальше. Я буду время уменьшать и уменьшать. Давайте, водим хоровод. В лесу родилась юность. Не наступаем! Ребят, я сказал, не наступаем, я сейчас буду сразу стрелять, не надо. В лесу родилась юночка, зеленая была. 3! У вас ровно есть 5 секунд. 1, 2, 3, 4, 5! Да вы на приколе, вы опять сюда граффити. Обалдеть. Ладно, давайте заново. Я буду давать меньше секунд, давайте. В лесу родился Шамиль. Не стоим на граффити, не стоим на граффити. В лесу родился... 3! Остались ровно 3 секунды. Раз, два, три! Кто это, кто? Ванечка, Ваня, Ванюшечка! Ну ты только на ногой стоишь, брат, ну реально. Ванечка, брат, тебе обидно было или нет? Скажи честно. Очень. Вань, ты будешь плакать? Да. Вань, не надо, брат. И, к сожалению, в этом испытании мы потеряли Ваню. Ну а прямо в этом испытании мы проверим, насколько вы умные. Кто ответит последний, тот выбывает. Или тот, кто ответит неправильно. Ну, Руслан, 2 умножить на 0, сколько будет? 0. Хорош, брат. Так, Давидик, брат, сколько будет 3 умножить на 3? 9. Так, подожди, Глеб, сколько будет 2 в квадрате? 1. Да, ты же прикалываешься? Хана, 2, ну, это, 2 на 2, это равно 4. Виолетта, ну ты по-любому знаешь хорошо математику, обычно девочки, Шестана Ботаны. Сколько будет 10 умножить на 0? 0. Хорошо, а сколько будет 3 умножить на 2? 6. Хорош, о, брат, скажи число пи до 40 степени. Ты чё, угораешь? Я могу сказать 3, запятая. Ну ладно, ладно. А сколько будет 10 умножить на 10? Будет 100. Хорош, брат. Ничего себе. Так, ребята, ну что, начнем с легких уравнений. Вам надо и написать чат. 4 умножить на 4. Это было первое просто размеченное задание. Глеб, брат, ты что с матаном вообще не дружишь, брат? Ну хотя бы списывай, пол отвечай так же, как другие. Затупило немного. Брат, ну первый закон термодинамики знаешь хотя бы? Ха-ха. Сколько будет 3 плюс 3 умножить на 3? Поехали! Ага, Руслан и Давид. Сюда, подождите. 3 на 3 умножаешь будет 9, плюс 3 12. Брат, я подумал, 2 плюс 2 умножить на 2. Да, это тоже ж неправильно. Кто отвечает первый? Кто отвечает первый, тот красавчик. Давай. 5 умножить на 6! 30. 7 умножить на 7. Так, 1-1. И прямо сейчас будет решающий раунд. Мы знаем, кто же из вас ливнет. 9 умножить на 9! Пишем в чат. Все. Руслан, брат, ты здесь 17 лет, а что по математике, родной? Дорогулечка ты моя. Плохо все. Пару последних слов скажи. Ну я его запомнил. Давид, брат, имею в виду. Ну, к сожалению, увы.
Я буду всем давать мой дигл, и ваша задача в прыжке как можно дальше с разгонщика запульнуть этот дигл. И кто бросит слабее всех, тот вылетает. У вас будет всего лишь одна попытка. Первый, Глеб, брат, я тебя доручаю. Давай, родной. Я в тебя верю. Да, Глеб! Хорош, брат, хорош. Брат, запомни, это твоя точка. Ну, это мой модератор, это мой прям братик. Давай. Давай, родной. Ой-ой-ой-ой-ой! Дальше, хорош. Влад, брат, ну ты как сейчас, с баскетболом дружишь? Надеюсь, да. Давай, раз, два, три. Ой-ой-ой! Слабенько, 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 брат. Шамиль, давай, брат. Заперись такие мандарины. О, хорош! Дальше всех! Ну что, Виолеточка? Давай, я тебе желаю удачи. Виолета. Я попробую. Давай, мы в тебе верим. Опа-па! И... Нет! Виолета, ты была прекрасной дамой, но, к сожалению, сегодня не твой день. Вопросы есть? Нет. Увы, ах! Ты была прекрасной мадемуазелью. Ваша задача попасть моликом прямо вот в этот график. Кто промахивается, тот, к сожалению, выбывает. Понял, родной? Ну, брат, я всегда попадаю. Давай, родной. Угу, попал. Давид, не добросил, родной. Дальше у нас бросает Глебушек. Глеб, брат, давай. Давай. Ой, туда же, куда и Давид. Давай, брат. Не, ну Шамиль, ну вот Шамиль бросил хуже всех. Владич. И... Идеально! Вау. Ой, хорош, брат. И, к сожалению, в этом испытании у нас выбывает наш брат. Ну как так, Шамильчик? Да. Все, короче, пока, брат. Ну а следующее испытание будет очень интересным. Ребята, ваша задача залезть вот сюда, на верхушку, вот прям на верхушку, где я. Видите, на второй этаж. И ваша задача как можно дальше бросить дымовуху. Просто не в любую сторону. То есть можно бросить куда угодно. Самое главное, чтобы как можно дальше. Давид, я же до первого хочешь? Погнали. Обалдеть! Беги ко мне, родной. Давай, брат. Бегу. Стой в своем дыму. Влади. Как можно дальше? Ой-ой-ой, летит! Летит! Не, ну он дальше. Ну, по факту. Хорош. Ну шо, Глебушек, брат? Ой-ой-ой! Ау! Ты гений! Влад, Давид, сюда идите. Ваша задача забросать друг друга моликами. Погнали! Что, бегать можно? Да можно, брат. Нет, только пола в рамках. Вот нельзя бегать за пределы. Кто первый сливается, тот, к сожалению, и проиграл. Все! Владичек! Ну, по-честному все было. Что скажешь? Ну, у него было пространство, где прыгать, а у меня нет. У нас осталось два финалиста. Ну что, переходи за мою команду, и прямо сейчас будет заруба. В финале мы знаем, кто из них будет более сильным. Кулачный бой! 3, 2, 1! Погнали, мужики, погнали! Кто же будет сильнейшим? Давид против Глеба, Давидик, брат. Ну, вот я болюсь за Глеба, потому что он не такой наглый, как ты. Давид! Ты чё творишь? Давид получает любой скин в плену с коллекции. Брат, что ты выбираешь? Конечно же, Юз Генезис. Брат, ну скажи пару слов. Как тебе все эти испытания? Вообще, имба, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И пишите любой хороший комментарий. Все, мужики, это был ваш Кентуха. И еще очень много участников. И всем покеда!